Пытался уйти от преследования и чуть не погиб. Сотрудники ГИБДД спасли жизнь автоугонщику. Инцидент произошел сегодня ночью. Водитель «Газели» проигнорировал законные требования инспекторов ДПС остановиться. И, уходя от погони, он не справился с управлением. На перекрестке улиц Мира и Усть-на-Лабе напротив ДК «Молодежи» врезался в ЗИЛ. Фургон аварийной службы стоял посредине дороги, поскольку рабочие ремонтировали линию электропередач. Передняя часть «Газели» ушла под ЗИЛ и загорелась. В машине, помимо водителя, был еще и пассажир. Сотрудники ГИБДД, которые преследовали нарушителей, бросились вытаскивать их из горящего автомобиля. Там горит! В результате слаженных действий инспекторов ДПС обошлось без жертв. «Газель» сгорела. ЗИЛ успел отъехать от пылающего автомобиля. Позже выяснилось, что от погони пытался уйти 18-летний безработный владимирец. Помимо того, что за рулем «Газели» он находился без прав и в состоянии алкогольного опьянения, так еще, как выяснилось, машину он угнал. Теперь, если хозяин сгоревшей «Газели» напишет заявление в полицию, парню грозит уголовное преследование. Либо по статье «Кража», либо «Угон». По данному факту он привлечен к административной ответственности. Ему вынесено решение в виде административного ареста сроком на 10 суток. Пассажир автомашины «Газель» получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был отпущен домой.